Теперь газ пришел и в дом семьи Евгения Панфилова. В поселке Ашукино мужчина строит дом. Вопрос газификации возник сразу. Семья собрала документы, необходимые для проведения работ в рамках программы «Социальная газификация» и уже может использовать голубое топливо. В первую очередь для отопления жилого дома. Ночи в Подмосковье еще холодные, поэтому газ будет очень кстати. Да, действительно, программа в действии. Вот сегодня один из домов в Пушкинском районе. Мы заехали посмотреть, подключим полностью к газу, в том числе вот горелка газовая за нашими спинами горит. Наверное, это одна из самых эффективных программ, которая в последнее время была запущена. Тысячи домов подключены. И по масштабу это, конечно, гигантская работа. И здесь, если говорить о Московской области, надо, конечно, отметить особую работу ребят из Мособлгаза, которые действительно очень компетентно, вовремя, в сроки, очень профессионально и качественно эту работу не делают. Мне, как куратору на федеральном уровне, по партийной линии этой программы, естественно, очень приятно бывать в такие моменты в домах, а подключаем мы очень много. Подведение газопровода до границ земельного участка по программе социальной газификации выполняется бесплатно. Остальные работы – заведение трубы во двор жилого дома, подведение газа до крана, опрессовка, пломбирование счетчика – обошлись семье Панфиловых в 64 тысячи рублей. По плану в Пушкинском городском округе догазифицированы 64 населенных пункта. 60 из них работы уже завершены. Юлия Постриганева, Евгения Федорова, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.